Здравствуйте, меня зовут Диора Абдувалиева, и я являюсь преподавателем английского языка уже 5 лет. А для себя я всегда являюсь в поисках новых интерактивных методов для того, чтобы облегчить обучение своих студентов. И недавно как раз-таки я для себя открыла курс мнемоники. Сегодня прошло мое четвертое занятие, и за четвертое занятие я уже увидела колоссальные результаты в пользу своего обучения, потому что действительно развились навыки запоминания слов на разных языках. Я взяла два языка одновременно, это корейский и арабский язык. У меня очень сильно почувствовалось развитие именно креативных способностей, креативности, а также ассоциации. Сейчас я учу два языка, арабский и корейский, ассоциируясь на три языка, на трех языков, которых я уже знаю. Также в течение четырех уроков вот столько слов по корейскому языку я уже выучила и могу без проблем вспомнить все.